участники и спикеры довольно тесно друг с другом общаются и готовы ответить на любой интересующий вопрос. Я познакомился с технологиями, которые используются при iOS-разработке, и на данный момент я активно раздумываю над тем, какое все-таки направление мобильной разработки мне выбрать. И узнав поближе то, как разрабатывается приложение на iOS, мне будет легче выбрать личное направление.